И снова 1 сентября, толпа, много народу, шумно, первокурсники стоят, волнуются. Сегодня студентов будут знакомить с факультетом, а еще их ждет маленький сюрприз от старших курсов. В дворе журфака студенты знакомятся, обсуждают предстоящую учебу и уже переживают о большом списке древнерусской литературы. Все бурлит, все кипит, хочется уже поскорее начать работать, как бы учиться, чтобы в дальнейшем не посрамить вуз. Увидели список литературы и теперь готовы ко всему. У нас вроде бы хороший куратор, мы с ним вчера уже пообщались на общем собрании, познакомились более-менее. Первое испытание – найти табличку с номером своей группы и занять самое выгодное место на балюстраде. Все три этажа журфака заполнены студентами. Более 400 первокурсников ждут приветственное слово декана. Наша мечта свершилась, и мы поступили на журфак. Можно чуть-чуть разочарую вас? Ваша мечта только начинает свершаться. Поступление на журфак – это маленький шаг к вашему будущему. И вы должны понимать, что с завтрашнего дня, когда у нас начнутся лекции, со следующего понедельника, когда начнутся у вас семинары в этом здании, это будет путь, складывающийся из маленьких шагов. На дне первокурсника студсовет представил специальную программу тьюторства. Старшекурсники, как наставники, отвечают на вопросы и помогают новичкам адаптироваться. Но для начала – экскурсия по факультету. А сейчас проходит экскурсия. Тьютор рассказывает о самых интересных местах факультета. Первокурсники теперь точно будут знать, где буфет. Очный день первокурсника тьюторы используют по максимуму. В программе есть и тимбилдинг. Студенты стараются запомнить имена своих одногруппников, играют в ассоциации и рассказывают о себе неочевидные факты. Я просто хочу познакомиться с хорошими людьми, которые разделяют мои интересы. И плюс получить фундаментальное образование, вот, с которым я могу пойти куда угодно, и я везде пригожусь. Вот. У меня сейчас первокурсники делятся фактами и историями о себе. Это такая игра по поддержке коллективного духа. 2 сентября для первокурсников – это уже лекции и знакомства с преподавателями. А с понедельника на журфаке начнутся очные пары. Так что совсем скоро в коридорах можно будет встретить студента, декламирующего первую строку Илиады Гомера. Анна-Мария Таразанова, Илья Худобин, Маховая 9.